И еще одна интересная информация. Кукольные копии звезд кино и персонажей книг поселились в одной из квартир Усть-Каменогорска. Мастерица Елена Рыбальченко на протяжении 4 лет создает уникальные игрушки. Женщина признается, что идея превратить обычных Барби и Кенов в копии героев известных произведений и сериалов пришла спонтанно. Все началось с куклы соседской девочки, в которой рукодельница увидела образ Снежной королевы. Зашла просто к своей соседке, к девочке. Она играется, разложила все эти тряпочки. Вот тогда у меня первое желание возникло, вот эта лохматая кукла. Говорю, давай я ей сделаю прическу и платье пошью. Сегодня в коллекции Елены уже около 100 кукол. Это лесные эльфы, речные нимфы и персонажи из драм Шекспира. Недавно швея создала копию главных героинь турецкого сериала «Сулейман Великолепный». Это Валиде Султан, Махрид Девран и Хюрем. По словам мастерицы, на создание нового образа одной куклы в среднем уходит от 3 дней до недели. Однако, несмотря на существенные финансовые затраты, женщина не собирается превращать хобби в бизнес. Конечно, я не хочу это в свою профессию превращать. Естественно, нет. Это удовольствие, удовольствие, удовольствие. Сейчас об этом речи быть не может. Может, пойду на пенсию, тогда я открою какой-нибудь мастер-класс, если это кому-то будет нужно.